Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Soldiers. В прошлый раз мы прошли часть Огненного Храма, ну и сегодня продолжим его проходить, наверное. А там был сундук, я не мог до него добраться, не помню, что там было конкретно. Или я просто там не был. По-моему, я просто не пытался, правильно? Да, потому что тут забраться несложно. Ладно. Эликсир регена. Почему нет? И дальше. Что-то с этой стороны. Подъем. Тут, кстати, есть еще какой-то подъем с этой стороны, но туда вот я уже не могу нормально забраться. Там Байгул и песчаная платформа, песчаный кристалл. Но это все высоковато. Ха, заморозка. Отсюда я не могу никто перепрыгнуть. Не долетаю. Но там лестница вверх. То есть, может быть, я туда спускаюсь откуда-то сверху? Может быть. Так что... и тут большой сундук. А, так что, наверное, мне сейчас пока что с этим связываться не нужно. Ладно, тут стена огня. И, видимо, нужно что-то вставить сюда, может быть. Потому что так она меня даже не дамажит, она просто не дает пройти. И получается основной путь вверх. Я, пожалуй, куплю зелий перед тем, как... И осколков тоже. Перед тем, как идти дальше. Можно? О, зацепиться. Это открывает проход наверху. И теперь я могу допрыгнуть до сундука. И теперь я, может быть, даже до Байгу тоже могу допрыгнуть. Окей. Это проще, чем я думал. Ну, может быть, это проще, чем я думал. Не могу разбежаться здесь. А так я не долетаю. Нет. Во, долетел. Это кусок карты? Это кусок карты. Тут просто ничего. Тут лестница. Наверное, я попробую до Байгула допрыгнуть сначала. Это было правильным решением. И назад можно просто по платформе вернуться. Окей. Вода на всякий случай. И посмотрим, что в этом зале происходит. Босс-файт? Или что-нибудь такое? А. Ну или так. Это не совсем то же самое, что босс-файт. Но почему нет? Убегать от лавы. Довольно стандартный уровень. Ага. Нехорошо. Лава ваншотит. Почему у меня печальный? Потому что я снизу поднимался там. А, меня напрягают эти сундуки надо мной. Мне кажется, я туда сейчас не могу успеть запрыгнуть и еще убежать дальше. Так что будем считать, что после того, как эта секция закончится, я смогу вернуться и залутать все. И в таком случае можно пока что не напрягаться и вообще не отвлекаться на лут. И вместо этого просто идти быстро. Так, нет, не совсем. Рип. В этой игре не очень удобный платформинг. Да, я понимаю.
Да, я понимаю. Я держу Б, если что. Ладно. Можно даже сказать, очень неудобный платформинг. Сложно, если песок не уберется сейчас. Окей, это тоже, в принципе, не сложно. Стоп. Что? Я не понял. Ну или я примерно понял. Но я не видел, что там лава. По-моему, я нашел худший момент в этой игре. Вся эта секция. С непропускаемой заставкой в начале. С ваншотами. И не особо хорошим платформингом. Так. Так. Ладно. Песок. Нужно переключить явно. Чтобы оно меня не замедляло. Это все еще секция с поднимающейся лавой. Видимо, да. Хотя бы не нужно этих дронов вести. Ура! Окей. И теперь погнали обратно вниз за лутом. Где я вообще оказался? Где-то, где я еще не был. Логично. Надо ли вообще вниз за лутом? Не уверен. А почему нет? Тут сундук. С деньгами. Так. Это выключать нет смысла. Смогу ли я вообще назад нормально? Ну, может быть, песком. Да. Это обновляет.
Угу. И это еще сундук. С деньгами. Хорошо. Там за стеной что-то происходит. Но не это за стеной. Но также здесь где-то есть выход вниз. Типа я там проломлю потолок в какой-то момент или что? Также это в этой секции был момент, когда была вертикальная стена и нужно было под ней продержаться, правильно? И теперь тут такого нет. Вроде в этой. Не ясно. Ну ладно. Так, ачивка разрушитель. Тут можно взорвать все. И получить что? И получить проход куда-то. Этот чувак меняет элемент, правильно? А. И я так понимаю, мне нужно его убить, иначе я рипнусь через 50 секунд. Видимо, да. Кольцо душ плюс-плюс. Странный враг, ну ладно. А. И тут еще сундук. И очень неудобное место для такого врага. Ну, почему нет? А тут можно еще ниже спрыгнуть. Угу, и вернуться в секцию, где я был до этого. Окей. Алая чешуя плюс. Маслянистая чешуя морского обитателя, дарующая уникальные свойства тому, кто держит ее при себе. Подробнее. Я не помню, чтобы у меня была просто плюс-версия. Ну, не было. Урон водой, защита от урона огнем, защита от эффекта горения. Не то чтобы особо уникальные эффекты, но ладно. А кольцо душ защищает от смерти. Один раз. Ладно. Но сюда мне не особо нужно. Так что я все-таки вернусь в эту секцию. Там какие-то враги за стеной, это меня немножко... немножко напрягает. То есть там еще какая-то секция. Непонятно. Ну ладно. Тут проход влево-вниз куда-то. Закрытый просто. Он открывается просто с другой стороны. Хорошо. И теперь эта секция. Фига. Колючий панцирь плюс-плюс. Легко прикрепляемый к любому снаряжению, наносит урон решившим напасть врагам. Подробнее. Почему нельзя, блин, вверх и проскроллить в конец? Отражает 20% урона, защита от окаменения и немножко плюс статов. Не совсем то, что мне нужно. Окей, так, можно запрыгнуть. Деньги. Бессмысленная бутылка. И 10 изгорита. Это все того не стоило. Ну ладно, внизу был чекпоинт, я могу от него варпнуть, наверное. Внизу слева. Немножко не тот элемент, но ладно.
Тут все еще закрыто, естественно. Окей, быстрое перемещение, забытый храм. Так, и для начала я попробую пойти направо, если меня пустят. Надо мной помещение, в которое можно было бы отсюда попасть, если бы я допрыгивал. Я не допрыгиваю. Но тут есть пузыри, так что, видимо, в этом дело. Я пытался переключиться. На другое. Чао. Просто иди нафиг. Окей. Было бы веселее, если бы этот чувак переключал элементы так, что типа вот он переключается на огонь, и вода по нему дамагове. А не то, что он получает... Не получает урона от того, к чему он включил защиту, но... Все остальное нейтрально. Ну ладно. Это открывает наверху где-то дверь. А внизу лава. Которую, может быть, нужно убрать каким-то образом. Ладно, я видел тут пузырь. Управление. Почему? Нет? Хорошо. Это открывает эту дверь. И теперь можно пузырями под лаву залететь. Звучит странно. Звучит совсем странно. Ну ладно. Это перо. Которое мне нафиг не нужно. Если я просто прыгну в лаву, где я окажусь. Не особо важно на самом деле. Ладно, это всего лишь секция с пером была. Обидно. Я надеялся на что-то... Это не то, что я хотел. На что-то более полезное. Вверху выход обратно в паучье логово. Ну, почему нет? Было тут где-то что-то интересное еще? Видимо, нет. Окей. Ну тогда вниз. Угу. О, нет. Ну, по крайней мере, они не включают свой ваншот хрень. Почему меня оттолкнуло к врагу? Непонятно. Ну ладно, какой у меня уровень? 35-й. Было что-то на 35-м новое? Да. Каждые 90 секунд вы автоматически будете блокировать любую атаку, если это возможно.
типа раз в 90 секунд. В том плане, что, что оно активируется, я блокирую следующую атаку автоматом, и после этого 90 секунд кулдаун в таком плане. Я возьму чисто, чтобы попробовать. Или это нужно, чтобы именно в эти 90 секунд меня атака попала? Потому что это было бы очень тупо. Слава, это не очень полезно. Понятно. А, недолёт немножко. Немного осколков, которые я нифига не использую. Это что, был уязвим к ветру? Да. А. Окей. Рип-краб. И плюс лут. И плюс это то самое место. Да. Но я могу пройти... Нет, не могу. Мне почему-то казалось, что сейв-рум тут. Но он совсем не тут. Так что я не могу пройти и сохраниться. Не то чтобы оно нужно. Окей. А. Когда он на такой мелкой платформе, это немножко сложно. Ладно. Как-то темновато тут. Казалось бы, огненный храм. А в итоге самая темная локо в игре. Почему? Ладно, это откроет сундук наверху. Ящик. Куб. Куда мне его нужно? Просто сюда вниз скинуть, видимо, да. Норм. Окей. Очень интересно. Мне показали меня. Тут закрыто, наверху тентакли. Вроде сейчас заблочу атаку этим автоблоком, кстати. Это в самом верху открылось. Допустим.
Не открываем. Не делай этого. Во. Краб ослеплен и убит. Теперь это зажечь. И минус тентакля. Ура. Так, переключись ты, блин, на воду. Хорошо. Тут просто сундук. Рагнарит. Я могу еще раз апнуть пушку. До финального уже апгрейда или нет, я не помню. О, нет, худший враг. И это открывает проход. Где-то там. Почему эти... Этот пол похож на ловушки, как будто там три кнопки. Неясно. Позволит мне вырубить огонь в самом начале. Ритуальная чаша. Описание гласит, и утопил он в собственной крови пламя, что преградило ему путь. Окей. И это было чуть ниже. Стоп, а там что за секция? Куда я не спустился? Го проверим. Ах, все, стоп. Наверное, проще будет выйти направо и подняться туда. Это было тут. Это было тут, но нужно сначала кусок активировать. А! Страшно. Тут просто сундук. Ладно, этого не стоило. И теперь я тут не успею пройти. Чё тебе? Может, не надо? Хрень. Вернись. Во. Вперед до чекпоинта. Сохраниться и варпнуть вниз. Это то, что я хотел. Но сохраниться и варпнуть вниз тоже вариант, наверное.
Окей, проход открыт. Краб не проблема. Горгулья тоже. Эту хрень можно убить. Удивительно, такое бывает. Фига, откуда вас здесь столько? Окей. Я не уверен, что это так должно работать. Ну ладно. Я могу по этой лаве бежать? Да. Можно ты тоже уберешься? Почему они, блин, сильнее начинают гореть, если их ударить водой? Непонятно. Я могу стать слаймом, хочу ли я? Ну, допустим. Угу, я хочу. Подождем. И сейчас окажется, что мне нужно быть слаймом. Да. За что? Просто за что? Теперь это лифт. Ладно, я хочу еще посмотреть, было ли что-то здесь. Нет. На всякий случай я стану слаймом. Ну и да, не на всякий случай, это прям на 100% нужно. Можно? Не буду пролетать сквозь платформы. Окей, что тут? Опять отчал. Можно оно будет сводиться в того чела, который может получать урон? Я... переключаюсь на сраный огонь. Управление. Вверх или вниз?
Внизу дофига всего. Где-то, кстати, должен быть еще один переход в паучью пещеру, не? В паучий храм. Может, как раз здесь? Я в него, по-моему, в итоге не пошел в этот проход. Может быть, поэтому его на карте нет. Okay. Быстрая атака. Но это все-таки выглядит как то, куда мне дальше. И это не совсем хорошо. Дрон издевается. Горбули тоже, в принципе. А можно от чего-нибудь оттуда в меня кидаться? Третье попадание меняет ему элемент. То есть, в принципе... Серьезно? Сменоводка, почему ты такое говно? В принципе, можно бить его, допустим, там, огненной пушкой и после двух ударов кидать гвоздь. Что он делает? Ага. Не, ну это то, что его стоило, может быть. Ну да, бить огненной пушкой, потом через... После двух попаданий кидать какой-нибудь там электрический гвоздь или еще какой-нибудь скилл, который элементом дамажит, и продолжать бить огненной пушкой. И, возможно, это неплохо сработает. Ага, нет, вон где вход получил логово. Ну, может быть, я туда иду. Да сколько вас здесь? Ладно. Ну, левелап. Левелап хилит. Это хорошо. Мне не нравится эта лестница, потому что снизу я не смогу до нее допрыгнуть, скорее всего, правильно. Ну, хотя, может быть. Если я просто открою менюшку, она перестанет? Ну, да, перестанет, потому что я открою менюшку на этой вкладке сразу. Ладно. Плюс хилка. Плюс дверь. И чекпоинт за дверью. С той стороны. Почему? Стоп, что? Это точно так должно быть? Это просто запертый чекпоинт.
Не, ну может быть я сейчас туда же попаду отсюда. Если нет, то я не понимаю, нахрена там дверь. Ящер, пошли. Если бы я всегда переключался на то, на что пытаюсь, то было бы немножко, немножко удобнее. Что? Ладно, видимо, тут будет квест какой-нибудь. А как мне туда попасть еще раз нормально? Наверное, через чекпоинт быстрее будет. Через этот? Не, через этот. Так, ну-ка, кстати. 85% карты. То есть, видимо, это, по сути, все, что осталось, плюс кусочек околопочего логова, который, может быть, туда соединяется. Ну, плюс секретки, естественно. То, что второй прыжок просто вообще убирает всю мою инерцию и замедляет меня дико. Это дико. Этот чё врезается? О, если его заморозить. Ну не, он все равно после трех ударов переключает свой элемент. Почему? Чё? Не делай так больше. Ладно. Это, наверное, мне нужно где-то здесь. Три. Ха. У меня есть два камня. Так, пойду-ка я за слаймом еще раз. Потому что я слегка не знаю, где мне третий камень достать. Кроме как вот тут. Окей. Я тут был? Да. Угу. Ну, камень есть. Угу. Угу. Я, черт, и не туда запрыгнул. Окей. Да, можно, блин, переключаться на воду, когда я жму сраную воду, а не на ветер.
Да. Ладно. Сделать такой неудобный платформинг. Я просто не понимаю. Почему? Я держу Б, чтобы бежать, я прыгаю, касаюсь стены и сразу же дэшусь в нее, потому что я еще, блин, не успел отпустить Б. Ненависть. Сундук. Не понимаю, где там стена, а где там не стена. Пламенный скипетр. А огненный скипетр принадлежал волшебнику, который специализировался на пиромантических заклинаниях. Используйте его, чтобы вызывать огненные шары, которые будут вращаться вокруг вас. Я почему-то не думаю, что это полезно на этой локе. Также целый один. Почему? Типа, от такого спела ожидаешь, что их будет там... У меня есть перо. Что их там будет штук 5 вращаться. Или, по крайней мере, что их можно накастовать штук 5 на нее. Второй кастуешь, первый исчезает. Это еще и этот огненный шар. Он летит в эти кружащиеся хреновины. И они от этого вспыхивают и дамажат в большем радиусе. Идеальное место, чтобы дать такую обилку. Ну ладно. Она еще не хочет убираться. Типа, сколько она висит? Бесконечное время? Почему? Ну во, ура. Окей. Теперь можно пробежать на другую сторону. Тут что-нибудь еще есть внизу? Нет. А нафига тогда это все было тут? И почему меня резает там? Ладно. Я думаю, стоит переключиться на огонь. Чекпоинт. И дверь к боссу. Там еще была целая секция, в которой я не был. Почему-то, как-то. Но кроме этого, вроде бы... Или стоп. Ну да. Но кроме этого, вроде бы, я везде был. И там еще одна дверь, которая так и не открылась. Ну ладно, погнали на босса. Вообще только не так. Закупить снарядов. Закупить хилок. Я попробую варпнуть в город. Будут ли там со мной говорить?
Сейчас выясним. Потому что я бы хотел апнуть пушку, если я могу. Ну, вроде говорят. А, не, это еще не последний апгрейд, это третий с конца. Плюс 18. И дальше нужно 17 равнорит, и потом типа 19 нужно будет. Где его столько взять? Ладно, щит я тоже апну, хотя это абсолютно бессмысленно. Но что поделать? Окей, огненный храм, пылающее ядро. Долгие загрузки. Я думаю, вода. Посмотрите на него, дар богов Игдрасиль. Одни поклоняются ему, другие боятся. Но где бы оно ни находилось, это дерево способно изменить судьбу мира. Даже в Тирадее, где оно было сокрыто тысячелетиями. Что ты здесь делаешь, смертный? Ты так спешишь умереть, что не можешь подождать, пока я разберусь с Игдрасилем? Хорошо, если так хочешь, у тебя будет шанс остановить меня. А потом я перекушу его корни, и все закончится. Покажи мне ту решимость, что привела тебя сюда, защищайся. Вода была хорошим вариантом. Окей. Я не понимаю, что происходит. Он от всего защищен, когда он с таким щитом. Не уверен. Песка защищен, от молнии защищен, от воды защищен, от ветра защищен сильнее, кстати. Чао. Я пытаюсь понять, чем тебя бить, а ты сопротивляешься. Также я не понимаю, что делать с этим ударом с разворота. Обычно так парируется без проблем. Ну, без проблем. С проблемами. Но парируется. Угу. Я пытался вправо дэшнуться, а не влево. Ну ладно. Можно не спавнить прямо подо мной? Ладно, неважно. Прямо подо мной огненные колонны, пока еще у тебя есть, идет анимация. Непонятно.
Он дамажит просто тем, что подходит. Может быть, вода ему вырубает щит быстрее? Как насчет просто физики? Не очень. Ладно. Да. Можно не спамить камни по всей арене? Че, он опять вылез? Или типа его бить в этот момент? Странная фаза. Но тут у половины боссов есть странные фазы. Ну ладно, победа. Я так и не понял, как с ним нормально драться. Но сойдет. Надеюсь, ты знаешь о последствиях того, что ты сейчас... чего ты здесь избежал. Если ты так отчаянно хочешь найти хранителя, я скажу, где искать. Иди на восток, пока не дойдешь до большой платформы. На нее помести этот куб. Это ключ, он приведет тебя в нужное место. Окей. Протоск дал вам, чтобы открыть путь к хранителю. На ключ это не похоже. Теперь тебе предстоит все исправить. Какое печальное зрелище. Не думаю, что теперь ты сможешь прикончить эти корни. Бога ведь смертные следовали за мной не ради этого. Что будет с чумой, если ты не уничтожишь дерево? И почему ты дал этому человеку ключ к бейгону? Ты прекрасно знаешь, что будет, ты сама видела, насколько она неудержима. Такими темпами она уничтожит все, а со временем и вовсе достигнет моря Оберона. Они так боятся этого? Если ты настолько доверилась этим маленьким смертным, заставь их довести дело до конца. Источники чумы лежат там, поэтому я и взял ключ, чтобы никто не смог открыть покои хранителя. Но полагаю, ты все и так знала. Ты уверен в этом? Мой нюх никогда не подводит. Теперь все зависит от тебя. Ок. А можно не сюда меня? Ладно. На самом деле, перед тем, как закончить, я хочу все-таки еще кое-что доисследовать. Так что, во-первых, я вернусь в паучью пещеру. Туда, типа. Это огненный храм, но это не тот выход, огненный храм. Во, вот это тот выход. Я хочу посмотреть эту секцию. Мейн-квест, я так понимаю, в сторону болота, где я еще не был. Типа вот там, правильно?
Ну не, мейн-квест в город сначала, а потом, потом может быть туда. Ну ладно. А, тут я особо не был, потому что я сюда заходил, но меня тут немножко убивало. Локаций. Ну а теперь меня локации убивать не будет, надеюсь. А, что? Ладно. Почему нет? О, тут можно стать слаймом. Может быть, даже нужно. Ну стоп, слайм я не могу забираться по лестницам. Это немножко мешает. Ну, посмотрим. Окей. Нет, чувак, иди нафиг. И в чем смысл? Ладно. И это все-таки выход как раз сюда. Понятно. Это многое объясняет. Хотя смысла я все равно не понимаю. Смысла возможности стать слаймом там. И теперь я хочу еще в ту вот секцию вернуться. Как, блин? Реально, как, блин? Там нигде нет чекпоинтов близко. Вот тот, наверное, ближайший спуститься. Думаю, да. Вот этот. А, это не там же, где... Ну, это условно там же, где еще одна закрытая секция была. Окей, нет, я сохранюсь. Может быть. Ну, через верх. Может быть, у меня потом будет обилка, которая... Ах ты, тут еще дверь. Но может быть, у меня потом будет обилка, которая уничтожает эти тентакли просто так. Не уверен. Тут спрыгнуть нельзя. Ясно. Может быть, где-то еще в игре есть еще какой-то паттерн, который тут нужно зажечь. И тогда это откроет дверь, и это какая-то мега-секретка. Это мое основное предположение. Альтернативно, я где-то там пропустил вход в секретку, которая... Типа мелкая, ну, условно мелкая комната здесь. И из которой выходишь, и в этой комнате зажигаешь... Огонь, и это убирает тентакли. Может быть так. Не ясно. А тут внизу, это просто вниз отсюда. Вниз направо, потом еще направо, мимо комнаты с боссом. Влево и потом просто вниз.
Нет, чувак. Нет, чувак. Тут закрыто открывается с другой стороны. Тут непонятно, как открывается. Элемент, на который я пытался переключиться, как всегда. Тут я был. Тут тоже непонятно, как открывается. Стоп, что? А вот еще плюс-плюс. Тут тоже закрыто. Может быть, выше? Типа вот тут нет прохода? Нет. Но я могу выше забраться. Да. Окей. Типа я просто не заметил подъема сюда. Видимо. Краб плюс ящер — это ужасное сочетание. Также деньги за что? Окей. Хорошо. Арена? Кусок хп? Реальная арена. Они после третьей атаки меняют, и потом после каждых двух. Нет, не уверен. Иногда. Непонятно. Ну, какая-то очень легкая арена. Ну ладно, это прошли. Там две закрытых двери, но это я их туда-сюда переоткрывал. Так что это не что-то, где я не был. Ну, получается, остается только вот эта секция. Ну, плюс еще где-то два байгула, может быть, в той секции как раз. Плюс, может быть, где-то еще что-то еще. Ладно. Чекпоинтов ни хрена нету нигде вообще в этой части карты. За что? Можно обратно подняться. Это будет ближе всего. Наверное. Стоп. Там сундук еще. Сундук и байгул, и хрен его знает, как туда попасть. Мне нужна будет еще одна билка, может быть. Чтобы можно было отпрыгивать от лавовых водопадов. Потому что других предположений у меня как-то нет. Ладно. Ну хотя нет, там может быть сверху еще проход где-то. Чтобы туда попадать. Оттуда, например.
прийти к сундуку, но зачем там тогда пузыри? Не ясно. А, направо, потом вверх и налево. Ладно. Ну, не уверен, что делать с оставшимися этими секретками. Может быть, вернуться потом с другими обилками. Но на сегодня я, пожалуй, закончу. В следующий раз пойдем в город и дальше по сюжету, видимо. Наверное, да. Ну и я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.